Звернули на все, ты так и знать. Раз! 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 Идем вперед! Идем дальше! Мы хозяева здесь! Раз, два, три! Все на мэра Украины и слава не воля! Усмехнется доля, душу делает. Стреляй, сука! Мы в прямом эфире! Америка с нами! Сами прикинь! Тише! Советский флаг! Снимать, мужики, советский флаг! Вы стрелять будете? Я с командиром подъезд! Боевое знамя наше! Первого первого года! Командиру, командиру! Все, Олегович, Олегович, тихо! Это перебор! Поэтому мы прикрываем! Поленин, дайте свои самолеты! Сейчас командир придет сюда и идет. Пожалуйста, командир. Переговоры будут, не вопрос. Да, переговоры будут. Остановите толпу и пускай ведут себя. Всем стоять на месте. Дай! Служащие! Стой! Олег Олегович, стой! Мы все военнослужащие, если что. Мы еще граждане. В угоду какому-то одному политическому деятелю мы сейчас шелкнуты лбами. Два братских народа. Это неправильно. Вы специально провоцируете нас. Мы без оружия. Нет, какая провокация? Взять самолет и под охрану. А вы что делаете? Вы нас еще без оружия пришли на свои рабочие места. Все, что вы сами делаете. Вы люди военные, вы нас понимаете. Я еще раз вам повторяю, если вы не понимаете, где мы это делаем. The board, they're asking for negotiations. Okay. It's quite tense here, you can tell. What they were doing then was they were... А вы что, сами не думаете? Вы же граждане тоже, у вас семьи. Тихо! Мы же не пришли к там в Анапу, не пришли к вам в Сочи с автоматами. Мужики, вы что? Мы к вам идем сейчас без оружия. I was quite a tense moment there, and it ended up with him face to face and the commander of the Ukrainians saying that he wants to meet him and negotiate. No, I mean, it's good to the pictures, that's all. Taras? Taras? Come anyway. Tell Nick. Where's Nick? Nick's behind you. Tell the commander. Nick. Ask the commander to tell him to put his weapons down. He's not going to do that. I've got to share that as a story when I get back home. But Steve is, can I? If you'd love to break.